Здравствуйте, в эфире информационная программа «События» в студии Ольга Ловина. Сегодня в выпуске. Сельцо 33. Как отметил свой день рождения самый молодой город Брянщины, расскажу я, Ольга Макушникова. 12 августа 2000 года затонула подлодка «Курск». Крупнейшая трагедия унесла жизни 118 моряков, среди которых были и наши земляки. Каждый год Брянское морское собрание чтит память товарищей и проводит молебен. На этой пасеке даже маска не нужна. Здесь обитают только правильные пчелы, которые делают правильный мед. О пасеке в селе Орельск расскажу я, Александра Седачева. Фитнес-челлендж, посвященный Дню физкультурника. Первое для Брянска подобное спортивное событие провели на Кургане Бессмертия. Подробности расскажу я, Светлана Дробкова. Про непростые будни жителей приграничных районов Брянщины рассказали на телеканале «Россия-24». Вместе с губернатором Александром Богомазом журналисты посетили Климовский район. Он находится прямо на границе с Украиной. Глава региона за рулем автомобиля лично довез съемочную группу до места расположения военнослужащих. Александр Богомаз показал корреспондентам блиндажи, которые построены под контролем правительства. Подробно рассказал о ходе строительства и участии в нем брянских предприятий. Военнослужащие и их командиры пообщались с корреспондентами, поделились о том, как их поддерживают местные жители и как противостоят ВСУ. Александр Богомаз также показал съемочной группе, как в области продолжается строительство дорог и развивается сельское хозяйство, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Что-то мы сейчас едем уже по дороге, которая ведет к границе. Вместе с губернатором Брянской области Александром Богомазом едем в Климовский район, который граничит с Украиной. Сейчас мы находимся прямо на границе с Украиной, буквально в 500 метрах находится противник. Здесь несет службу, охрану границы военнослужащие Западного военного округа. Вот мы с ними пообщаемся и посмотрим, в каких условиях они живут. Даже вот эти построил администрация области. И на наши строительные организации. На поверхности блиндажа военные организовали место для отдыха и фитнеса. Куда ребята ходят заниматься спортом, присутствуют гири, штанги, турники для подтягивания, брусья. Есть импровизированное футбольное поле. Дороги в некоторых населенных пунктах области проходили прямо по границе с Украиной. Для безопасности местных жителей было принято решение о строительстве новой трассы, которая проложена в отдалении от границы. Сейчас мы с вами заедем в Уфы, где строим новую дорогу протяженностью 4-8 километров. Даем на новую дорогу зеленый пункт, который оказался отрезанным. Доме плюс производственная площадка, агломератор Солонского комплекса. Сейчас на объекте находится 7 единиц техники. Это 3 экскаватора, 3 грейдера, 1 бульдозер, а также 17 человек. Ведется работа до очистки, а также подвозу песка для устройства песчаного слоя. ВСУ регулярно обстреливают жилые поселки Брянщины. Дом Виталия Ломова попал под огонь украинской армии прошлым летом. Добрый день. Так вы тут молодые, да? Хозяин, ты двое деток? Привет, Орлы. Как дела? После прилета вот буквально 50 метров ракета от нас. Точка У. Сбитой ракеты, да, вот точка У. Повредила крышу домовладения, сайдинг, доборные элементы здесь были разбиты. Вы сами ранены были? Нет. Слава Богу. Слава Богу, дети на улице гуляли. В это время, да, я в гараже занимался, дети на улице. Илья Коробицын приехал сюда работать тренером из Кировской области. Когда начались первые обстрелы со стороны ВСУ, у него даже мысли не возникло бросить своих подопечных. В любом случае за, понятно, кого, за родину, за нас. И мысль одна, надо побеждать и всех этих нациков. Деды воевали, дяди воевали, все, значит, прошедшие войну. И вот когда это такое там происходит, я считаю, что выход только один, все это выжигать на корню. Несмотря на угрозу обстрелов, в Брянской области идет интенсивный сбор урожая. Сельскохозяйственная техника вдоль границы. Выезжаем на песчаную дорогу, оказываемся посреди кукурузных полей. Кукуруза, можно сказать, отлично. Вообще, вы увидите, какой потенциал. Здесь урожайность в районе 150-160 центнеров с гектара. В этом году также хорошо уродилась картошка. Вот он, брянский картофель.
размер. От картофельного поля по прямой 25 километров до границы с Украиной. Трактористы говорят, что возможные прилеты пугают. Но ведь работу никто не отменял. Картофель и овощи с этого склада уходят не только на прилавки магазинов, но и направляются в качестве гуманитарной помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО. Мне сегодня позвонила мать. Ее сын находится, не на войне, но вот в этой операции. Она говорит, мы собираем, говорит, вы дадите. Да я говорю, да я что угодно дам. Я всегда, когда обращаются в отношении военного, помочь военным, это уже у нас как бы отче наш, надо отдать, потому что это же общее дело. Мы завершаем свое пребывание в Брянской области. Хочется отметить, что жизнь местных жителей с начала специальной военной операции особо не изменилась. Они по-прежнему выращивают подсолнечник, пшеницу, рапс. Регион агропромышленный, для них это очень важно. Что касается самой границы, она достаточно надежно укреплена, военнослужащие охраняют ее, поэтому можно быть спокойными за жизнь и благополучие наших граждан. 11 августа исполнилось 20 лет со дня открытия Дядьковского завода «Катюша», который занимается производством корпусной мебели. За это время фабрика успела себя зарекомендовать на рынке, а в условиях санкций успешно заменить импортную мебель. На вечере, посвященном юбилею мебельного концерна, заслуги Дядьковского производства отметил губернатор Александр Богомаз. Почетными грамотами губернатора Брянской области за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональное мастерство награждается Авдеев Сергей Александрович. Мебельный концерн «Катюша» работает на территории региона с 2002 года. С момента открытия руководством компании началась реализация самых разных проектов, которые направлены в том числе на замещение импортных брендов. Мы прошли очень много и до этой даты. Сначала с 96 года возглавил ДОС и вот пошло поступательное движение. Хочу сказать сегодня благодарность всем тем компаниям, с кем мы работаем. Наших дилеров и особенно своему коллективу. Спасибо. Количество рабочих мест на предприятии с каждым годом растет, так как в концерне работает не один производственный цех. Хозяева предприятия и все, кто работают, думают не только о сегодняшнем дне, думают то, что будет завтра, и создать то производство, те рабочие места, которые позволят развиваться и предприятию, и городу Дядьково. Город Дядьково, который сегодня, как вот сказали руководители, более 3000 человек работает на предприятии, это является одной из градообразующих предприятий. Ну а мы, власть, конечно же, самое главное, мы не мешаем. Самое главное. Ну и, конечно, вот то, что нужно для социальной, для того, чтобы люди, дети, могли после работы заняться собой, мы это делаем. Там построим современный ледовый дворец, ФОК с бассейном. Благодаря региональной поддержке в Дядьково реализуется проект «Хрустальный город». В его развитии также активно принимает участие «Катюша». В компании сегодня работает, жители Дядькова приближаются уже к 3000, если взять всю группу компаний. Поэтому есть определенная социальная ответственность. Мы развиваем разные проекты в сфере туризма. Наверняка все слышали про проект «Хрустальный город». Этот проект направлен на развитие инфраструктуры города, на привлечение туристов, туристического потока. Игорь Дударев, Дмитрий Матеров, Сергей Дюков, Брянск. В минувшую субботу, 12 августа, отметил день рождения самый молодой город Брянщины. Сельцо исполнилось 33 года. Городским округом населенный пункт стал в 1990 году, а вот основан он был в далеком 1876. Самый молодой, уютный и зеленый. Жители Сельцо по случаю дня рождения любимого города не скупятся на комплименты имениннику. Он мне очень нравится, маленький, скромный, по всему городу разрешат гулять. Маленький город, но большая любовь. Очень зеленый, речка хорошая.
наша, малая наша родина. Город красивый, город необыкновенно хорош, город прекрасный, молодой и ясный. Замечательные места у нас, отремонтированный сквер, тропа здоровья. Очень много мест, где дети занимаются разными видами спорта. Потом чем? Прикладным искусством, рисованием. Это самый спортивный город. Чем знаменит Сельцо? Это куда бы ни приехал, что такое Сельцо? А, это ручной мяч. Это девочки, гандбол. Это великолепная футбольная школа. Ну и все остальное. В небольшом Сельцо, где сегодня насчитывается не более 15 тысяч жителей, более полувека назад уже был свой бассейн. А сегодня спортивных объектов столько, что к здоровому образу жизни не приобщились, ну разве что ленивые. Изюминка города – тропа здоровья. Это именно тот самый общественный проект, вот, потому что именно этот проект был член именно по инициативе жителей города Сельцо. Его просили все жители. Вот. Началась реализация его с 2017 года поэтапно. Первый этап мы сделали центральный вход – и облагородили его освещением и лавочками. И в последующие этапы мы обустроили два круга для прогулки жителей города, протяженность которых сейчас составляет 3 километра. Вот, оборудовали их лавочками, в том числе и освещением. Вот, и сегодня люди, которые активно занимаются спортом, в том числе и люди старшего поколения, вот, они занимаются здесь скандинавской ходьбой. В распоряжении любителей здорового образа жизни – дом спорта, обновленный по федеральному проекту стадион, несколько спортивных площадок под открытым небом, одна из которых в лесном массиве, рядом с третьей школой, в которой, к слову, завершается капитальный ремонт, тоже по федеральной программе. Она будет уютная, она будет красивая, она будет, понимаете, такая, что я думаю, что дети будут любить ее, а у нас дети любят свою школу. А еще обновленную школу укомплектуют современным оборудованием. Учиться здесь будет и комфортно, и интересно. Еще в одной сельцовской школе к предстоящему Дню знаний капитально отремонтировали спортивный зал. Впрочем, меняются к лучшему в Сельцо не только образовательные учреждения и общественные территории, но и дворы многоквартирных домов. Мы в год ремонтируем 2-3 двора. В позапрошлом году мы сделали 3, в прошлом году сделали 2, в этом году мы сделали 3 дворовых территории. Это вот территория по 60 лет октября 20А и небольшие дворовые территории по переулку Свердлова 8-9. Во дворе этой многоэтажки по программе «Комфортная городская среда» уложили асфальт, установили новые скамейки. А последние штрихи в благоустройство внесли сами жители. Все вокруг живущие люди говорят, что у нас такая красота, как вы это сделали, как у вас это получилось. Ну вот так и получилось. Площадки вот эти были вот в этих кустах. Мы, как видите, кусты удалили, ну, оставили вот чуть-чуть и засадили все цветами. Кто с дачи привез, кто откуда. Свой 33-й день рождения Сельцо встретил во всей красе. И не беда, что с самого утра шел проливной дождь. Атмосферу праздника он не испортил. Погода отличная, но дождь есть, но и так все равно хорошо. Такой праздник дождь не может помешать. Как? Когда праздник в душе, при чем тут дождь? На центральной площади города праздничная торговля и детские аттракционы. Основные торжества в городском доме культуры. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие к своему городу, за вашу активную сельцовскую жизненную позицию, за то, что вы бережете благополучие своего города. Мира, счастья, радости и здоровья! С днем рождения, Сельцо! В своем выступлении глава городской администрации поблагодарил земляков за помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Самым активным жителям вручили памятные медали. Ну а подарком для всех стал большой праздничный концерт, который подготовили коллективы художественной самодеятельности. Яркие и такие разноплановые номера, кажется, не оставили равнодушным никого. Макушникова, Сергей Дюков, Сельцо. Мальцовский портландцемент отпраздновал День строителя. Директор предприятия Сергей Морозов и директор департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов вручили награды и памятные подарки лучшим работникам отрасли. Прошел еще один год работы предприятия. Знаковое событие года – это новое имя компании «ЦемРОС». Новый вектор развития, новые задачи.
но со сложившимся и сплоченным коллективом под руководством генерального директора компании Шматова Вячеслава Вячеславовича. День строителя для работников мальцовского «Портландцемента» почти то же, что Новый год. Яркие улыбки, подарки и подведение итогов. На сегодняшний момент акционерное общество «Мальцовский «Портландцемент» входит в крупнейшую компанию России «ЦИМРОС» по производству строительных материалов. По итогам 7 месяцев 2023 года имеем рост производства и отгрузки продукции в районе 104%. Цемент – это хлеб строительства, а мальцовский «Портландцемент» в лидерах его производства. Продукцию предприятия использовали в строительстве таких объектов, как нефтепровод «Дружба», космодром «Байконур» и многих других. 29 апреля завод перешагнул планку производства 175 миллионов тонн цемента. Предприятие продолжает развиваться, способствует приток новых кадров. В нашем предприятии и в холдинге созданы рабочие советы, советы молодежи. Я являюсь председателем совета молодежи. Занимаемся общественной деятельностью, организацией различных спартакиад, молодежных движений. Ну, в целом оказываем содействие городу. В основе хорошего производства не только высококачественные технологии, но и люди. К каждому из более чем 800 сотрудников ЦЕМ-завода особое отношение. Светлана Андреянова работает здесь больше 20 лет. Работа очень интересная, работа мне очень нравится. Люблю ее, люблю своих коллег, поэтому очень хочется поздравить всех своих коллег, ветеранов-цементников. И вообще всех причастных к этому празднику. А еще мальцовский «Портландцемент» – это широкие возможности для карьерного роста. Работал поначалу электриком в сырьевом цеху, в механическом цеху. Работал в помоле цементов, да в обжиге, во всех цехах по переработке. С такими учителями, которые у нас на предприятии, я думаю, по службе, по карьерной лестнице можно двигаться легко. Для команды единомышленников, сплоченного коллектива нет нерешаемых проблем. Я считаю, это наш девиз. Александра Савельева, Кирилл Пухляков, Фокина. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В Дядьково автомобиль провалился под землю. В Брянске на территории Дворца единоборств состоялся фестиваль силового экстрима «Богатыри Брянщины». Жителям региона, как и всей страны, придется считать в уме цены за килограмм и литр. Про непростые будни жителей приграничных районов рассказали на телеканале «Россия-24». В Брянске почтили память погибших моряков подводной лодки «Курск». В областном центре открылись ярмарки выходного дня. Они будут работать во всех районах города. Еще больше интересных новостей на нашем официальном сайте губерния.тв. 12 августа 2000 года затонула подлодка «Курск». Крупнейшая трагедия в российской истории унесла жизни 118 моряков, среди которых были и наши земляки. Каждый год Брянское морское собрание чтит память товарищей. На флаг смирно! Флаг приспустить! Двенадцатое августа, 11:28. В 2000 году на подлодке К-141 «Курск» раздается взрыв. Теперь в этот день и в эти минуты по всей стране начинается поминальная служба. Сто 118 ударов судового колокола по числу погибших в этой трагедии. Среди экипажа затонувшей подлодки двое уроженцев Брянщины – офицеры Алексей Коробков из Навли и Виталий Соларев из Стародуба. Почтить память погибших товарищей пришли ветераны морфлота и действующие моряки. Я глубоко убежден, что гибель Курска – это не просто трагедия, это символ трагедии. Я считаю, что именно вот с гибелью Курска связано возрождение нашей страны России. Вы помните, в каком состоянии находилась страна? И именно вот я согласен с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который сказал, что возрождение России начнется с севера. Весь север полит кровью. Без пролития крови не будет возрождения. Что мы сейчас и наблюдаем, я считаю. Дмитрий Газин, Александр Власов, Брянск. Первый спас медовый отмечают православные христиане 14 августа. В этот день в храмах после утренней службы освящают мед. А как заготавливают этот сладкий и полезный продукт, узнала наш корреспондент Александра Седачева. На этой пасеке даже маска не нужна.
Здесь обитают только правильные пчелы, которые делают правильный мед. Стали уже заниматься породой карника. Ага. Это миролюбивые пчелы, вот, очень миролюбивые. Мы же стоим так, раньше так стоять никто бы не смог бы. Они бы уже тут съели бы. Хозяин этих пчел Николай Федорович Клёцкин из села Орельск Трубчевского района. А это его личное подсобное хозяйство «Пасека». Сегодня на ней уже 100 ульев, а начинали с полутора десятков пчелодомиков лет 10 назад. Они вообще-то себе и заготавливают, да, мы да. тут у них воруем, мягко сказать. Поэтому-то и всех пчеловодов Николай Клёцкин называет медведями. К сбору меда у него, как у зоотехника по специальности, исключительно научный подход. И главный принцип работы – не навредить. У них есть пчелы-разведчицы, которые сильнее всех. Они летят, находят нектар и прилетают, рассказывают пчелам, показывают им своим танцам, показывают, куда надо лететь и как. Они очень, у них все запрограммировано. Это не люди. Они люди могут сочкануть, там работают все. Пчеловодством занимается вся семья Клёцкиных. Жена Валентина – менеджер по продажам, дочь – создатель косметических средств. Изучали литературу, начали смешивать, пробовать, предлагать знакомым, родным, близким. Все пошло, всем все понравилось, вот и вышли на более высокий уровень. В дело идет все, что производят трудолюбивые насекомые. Вот от медоносов зависит. Вот это гранул, вот эти вот гранулки, вот эти вот, это называется обножка уже пчелиная. Вот это вот. Вот и фиолетовый, и оранжевый, это с разных растений. Витаминный, минеральный такой комплекс полный. Цветочная пыльца, перга, прополис, огневка, которая прекрасно борется с вирусами. Особо ценят пчеловоды такой продукт, как трутневое молочко. Ставится рамка специально, чтобы трутневый расплод туда. И контролируется по времени, на 10-13 день вот она контролировать, выбирается этот рутень, выдавливается и замораживается, мешается с медом и замораживается. Вот. Продукт архиполезный. Гормоны восстанавливают гормональный фон у людей. Белковое питание выше такого препарата нет. Кальций, фосфор такого препарата нет. Уникальный вообще препарат. Сама аура на пасеке особенная. Вибрации от пчел уже благотворно влияют на человека. Чтобы ощутить их максимально, можно полежать в апидомике. Здесь 4 улья под вами. 4 улья, 4 семьи. Ну и они работают так же. Они работают, как и работают. Как говорят эксперты, биополе пчел идеально совпадает с биополем человека. Сосудистые заболевания очень важны. Очень, потому что тонус сосудов – все вибрации. Вот это все вибрации передаются. Здесь 4 семьи, ну где-то по 40 тысяч пчел, ну вот 160 тысяч пчел минимум. Вот здесь они жужжат все. Плюс воздух ульевой, он же сюда выходит, тут же сетки кругом, и ульевой воздух сюда выходит. И прополис, тут и все, ну все их феромоны. Ну и, конечно, сам мед. К празднику Спаса пчеловоды Клёцкины качают только выдержанный продукт. Когда рамки почти полностью запечатаны забрусом, их вынимают. Забрус аккуратно срезают. Этот ценный продукт содержит белки, витамины, эфирные масла и еще много полезного для человека. Для профилактики всех, скажем, носоглоточных заболеваний. Чистый продукт из медогонки переливают в баночки. Сейчас пора темного медоноса. Цветут цикорий и дягель, поясняет супруга пчеловода Валентина. Мед не фильтрованный, мы не фильтруем его. Вот забрус, мощенка. Мы его не фильтруем. Тут меньше воздуха через мед, меньше кислорода, меньше кислеется. Сбор меда на Орельской пасеке продлится до начала сентября. После этого пчел начнут готовить к зимовке. Закармливать специально приготовленным сиропом, чтобы у пчелок был корм на всю долгую зиму. Александра Седачева, Анатолий Чекрыгин, Трубчевский район. В Брянске в минувшие выходные с размахом отметили День физкультурника. Турниры, фестивали и мастер-классы. Обо всем подробно расскажут корреспонденты Брянской губернии сразу после короткой рекламы. Бря.
брянские динамовцы одержали вторую подряд победу в рамках чемпионата страны. В пятом туре подопечные Александра Фомичева на выезде встречались с футбольным клубом «Чайка» из Песчанокопска. Изнурительный переезд в Ростовскую область заставил тренерский штаб «Динамо» даже отказаться от предматчевой тренировки. Риск себя оправдал. Сине-белые свежее смотрелись в первом тайме и усилиями Лупы и Фасхутдинова создали себе хороший задел в счете. Во втором тайме хозяева один гол отыграли, но победный счет динамовцам удалось удержать. Победа «Динамо» 2-1. Команду разбирали и разбирали ее практически всю неделю, потому что знали, что очень сильная команда, организованная. Поэтому пытались верхние блоки, так скажем, их накрыть. То, что и прошло. Хотели они сделать выход от вратаря, хорошо ребята сработали. И, конечно, отдать мастерство Фасхутдинова исполнил, как на чемпионатах мира. В одно касание положил там в дальний угол. Тут, как говорят, и Яша, наверное, не выручит. В минувшую субботу свой профессиональный праздник отметили все, кто так или иначе связан с физической культурой и спортом. На площадке парка имени Тысячелетия Брянска провели новый для нашего города турнир. Фитнес-челлендж, посвященный Дню физкультурника, собрал 20 участников. За их баталиями понаблюдала Светлана Воробкова. Их чемпионы и известные в городе тренеры среди участников – профессионалы и любители. Занимаюсь, наверное, с юношества. Вот. Для меня это как часть жизни, как хобби. Вот. Я проявляю себя таким образом. Ну, это красота, здоровье и все из этого вытекающее. 20 спортсменов распределили по 4 категориям. Те, кто младше 23 лет – юниоры. Максимальную возрастную планку для остальных задавать не стали. Это первое наше такое мероприятие в рамках работы Федерации бодибилдинга Брянской области, которое мы хотели посвятить именно Дню физкультурника. Собрались спортсмены, которые будут участвовать в соревнованиях. Соревнования у нас состоят из 6 станций. На прохождение каждой 2 минуты. Но для начала инструктаж. Обратное отжимание. Марина Ивановна нам продемонстрирует. Здесь мы опустились. Здесь самое важное, что нужно учитывать, в нижней точке угол в локтевом суставе у нас должен быть 90 градусов. В верхнем положении вы делаете точку, то есть остановку буквально там на секунду, чтобы зафиксировать, чтобы судья мог оценить. Поздравить с Днем физкультурника, дать старт турниру и сообщить радостные вести пришли важные для брянского спорта люди. Это первый турнир города Брянска по фитнес-челленджу. Надеюсь, что вы поучаствуете, ощутите все эти прелести железного мира, воплотите в своих друзей, и на следующий год традиционным станет это мероприятие. Соревнования были признаны на международном конгрессе, международной федерацией. И естественно, как мы являемся Федерацией бодибилдинга России, членом международной федерации, да, мы тоже приняли решение эту номинацию включить в официальную программу соревнований. Поэтому у нас будет проходить соревнования по фитнес-челленджу 3 раза в году. Это постоянно на День физкультурника, на Кубке Брянской области и на чемпионате Брянской области. Подтягивание, приседания Джефферсона, отжимания, выпады, подъем туловища и жим гири. Почти стандартный фитнес-набор. Оценили сложность представители молодежной воркаут-школы. Самое тяжелое, получается, было приседание со штангой. Ну, потому что вес большой, все такое. Вот. Подтягивание тоже, потому что вставали уже все. И все, в принципе. А результатом доволен? С собой доволен? Я с собой, ну, в принципе, да. Ну, может быть, мог и лучше, но так нормально. Победители и призеры турнира получили медали, кубки и спецпризы. Например, за лучший жим гири. Светлана Дробкова, Павел Подобаев, Брянск. Семейные эстафеты, игры и мастер-классы. Активисты движения первых в День физкультурника собрали всех желающих поактивничать и весело провести время. Стадион «Десна». Взрослые и маленькие. Семейные спортивные соревнования, игры на ловкость, логику, точность и не только. Какой рукой вынимаем и кладем наверх? Данила занимается борьбой, но сегодня решили с другом посоревноваться в ловкости и логике. Игра довольно увлекательная, интересная. Можно повеселиться с друзьями. Ну, в принципе, очень прикольная игра.
А почему ты пришел сюда, вот на это мероприятие? Ну, мы вот с другом захотели развлечься и, ну, вообще дома сидим часто и вот решили сходить прогуляться. На фестивале собрались семейные команды из районов области, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и ребята из подшефной Брянки. Как успехи пока? Пока плохо, но думаю, справимся. Сколько закинула уже? Это три попытки. Штуки три максимум. Это тяжело. Тут, в общем, нужно забивать фишки. И в каждой лунке свои цифры, можно так сказать. Потом по этим цифрам считаю, сколько я забила фишек. Хочется красненький загнать в 100 баллов. Поэтому мы сейчас их назад немножечко, но этот можно в 15. Здесь не просто игра, здесь идет общение. Какой-то азарт возникает. Люди приходят, не сидят дома. Я знаю эту игру с детства, потому что я сам из Прибалтики. И я играю здесь вот с 95-го года в Брянске, но играю лет 5, может быть. Это на судах играли, чтобы шарики не катались, пешками это легче играть. Ну, она там, правила менялись, условия, ну, чемпионаты мира проводятся по этой игре. А сейчас как вам игра с вашим партнером? Проигрываете или впереди? Я пока впереди. Поднимание туловища из положения лежа, отжимания, змейка с мячом, прыжки на скакалке, челночный бег. И все это на время. Это были спортивные упражнения уже для семейных команд. Для детей полезно побегать, поучаствовать. Да и нам, в принципе, полезно. А что заставило вас с семьей собраться и прийти сюда? Я не знаю, что заставило. Ну, просто интерес, наверное, какой-то. Спортивный интерес. Среди почетных гостей фестиваля – заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Куркина. Да это вообще классно. Когда мама с папой не только ребенка водят на секции, на спортивные мероприятия, но еще вот... Благо, что у нас сегодня проводится такое мероприятие, где они могут со своим ребенком вместе поучаствовать. То есть иногда в некоторых семьях даже получается, дети подбадривают родителей. Там папа, мама, давай, 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 я же вроде как впереди, а вы сзади. Замечательная погода, теплый летний солнечный день и огромное количество добрых, полезных активностей, где семьи и дети, и взрослые могут провести спокойно, душевно время и вместе побыть просто рядом друг с другом на вот таком замечательном стадионе. Брянские семьи в день физкультурника еще раз на своем примере показали, что движение – это жизнь. И организаторы обещают, это еще не последний праздник этим летом. Армен Марукян, Дмитрий Матеров, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.